Да, малыш. Я в засаде сижу. Да, с оружием. Подожди. Черт с ними, с вещдоками. Я ж там на складе свои удочки оставил. Так, ребята, выносите. Сейчас уже полегче. Все, эх. Ладно. Главное, что хоть дальше не перекинулось. Ага, например, на КПЗ. Проводка вон цела. Да. И хорошо, что сейф несгораемый. А что там? Что-что? Там общак бандюков наших. Которые мы у Аркаши взяли. Ну. Так, всем здрасте. Сегодня с утра была инспекция. Деньги были на месте. Кому давал ключ после инспекции? После инспекции никому. Только его кто-то взял перед пожаром. Как так взял? А ты-то где был? Танцоров на джипах разгонял. А когда вернулся, ключа от склада уже нет. Ну, и кто, и что? Ну, кто был в фойе, когда ты выходил или когда возвращался? Давай, или камеры будем смотреть? Да никого не было. Только, ну, я когда вышел... Ну? Орлинская как раз вошла. Что? А потом выбежала, ну, со всеми, когда уже дым. Так, я понял. А в руках у нее что-нибудь было? Сумка, пакет? Да нет, ничего не было. Ни пакета, ни сумки. Пустые руки. Точно? Точно. Орлинский телефон выключен. Вань, дуй к ней домой, а? Дуй! Есть. А мы пошли камеры смотреть! Здравствуйте. Привет, Вань. Здравствуй. Случилось чего? Простите, что я так поздно, без предупреждения. У вас телефоны не отвечают. Так телефоны в доме, а мы тут баллоны крутим. Ну, вы, конечно, взялись на ночь глядя. А днем я обед готовлю, потом ужин. Да я вижу, ты и сам ночью работаешь. Погоди, сейчас накормлю тебя. Спасибо, не надо. А. Николай Филиппович, а где Марина? Мариша ушла куда-то. А что случилось? Пожар на складе вещдоков. Много чего погорело. А куда она пошла? Ну, перед уходом она прихорашивалась. Ничего не знаем. Ушла и все, возьми. Вы же вечно там голодные на дежурстве. Спасибо большое. Ага. Ну, я побегу тогда. До свидания. Угу. А нечего Маринку дергать. Подождут. Погуляют в кои-то веки. Я все тете Марине расскажу, что вы от нее работу прячете. Вот она вам задаст. Так, всему личному составу команда в кубрик, отбой. Дорог не тот, с кем можно поговорить. А дорог тот... с кем можно помолчать. Я же абсолютно ничего о вас не знаю. И, наверное, это прекрасно. Никаких ненужных деталей. Но зато есть главное – море и женщина. Две стихии – молчание, тишина. Лодка. Да, уже скоро светает. Я пойду. Да, надо мне идти. Ну, пора. Мне пора. Но скоро увидимся. Как всегда, неожиданно, да? Ладно, пойду.
Тетя Валя, а что у нас тут? Ой, а с тобой это что это такое? В смысле? Орлинская прибыла. Только не такая, как вчера. Что значит не такая? Какая? Красивше. Орлинская Марина Николаевна, вы задержаны по подозрению в поджоге и краже в особо крупном размере. Это шутка? Пройдемте. Чем дальше, тем веселее. Да я с удовольствием. Скажи, эти танцоры на джипах, они тоже ее видели? Ну, она мимо них проходила. Я же номер машины их записал на всякий случай. Вот. Молодец. Сестренка, ты не поверишь. У нас тут пожар был. Ты представляешь, что мне сейчас брат сказал? Орлинскую задержали за поджог. Чтобы орлица нарушила закон, не дождетесь. Там в следах с ума спятил. Это самое, Седов зовут. Орлинскую прессует. Типа, где всю ночь была? Уважаемые пассажиры, извините, но по техническим причинам литра дальше не пойдет. Пожалуйста, выходим из маршрутки. Следующий проезд за мой счет. Ладно, хорошо. Дура лекс, сед лекс. Не в смысле дура, а в смысле закон превыше всего. Вы что думаете, после такого ЧП к нам из управления собственной безопасности не нагрянут? Ну ведь прямых улик нет против Марины. Никто даже не видел, как она на склад заходила. Ну а если она не проходила и ничего не сделала, то почему она пожарных не дождалась? Почему убежала? Как вы все это объясните? Ну, объясни хоть как-нибудь, а? Я еще раз повторяю. Дежурный обознался. Не было меня вечером в отделении. Всем доброе утро. Я адвокат Марины Николаевны Орлинской. Я буду защищать ее интересы, а также готов быть ее представителем в суде. На здоровье. Вот, гражданка Орлинская, расскажите вашему адвокату, где вы были всю ночь. Я гуляла по берегу. Не одна? Одна. Это не алиби. Ну что, в КПЗ ее? До выяснения всех обстоятельств прошедшей ночи? Подождите, господин следователь, это полицейский произвол. Не госпожа Орлинская должна доказывать вам свою невиновность, а вы должны доказать ее виновность. Мариш, романтика — это прекрасно, но не в такой ситуации. Ладно, я провела ночь с мужчиной. А у этого мужчины имя есть? И фамилия. Седов! Седов! Марина ничего не поджигала! Она со мной была! Весь вечер и всю ночь! Да не ори ты на весь лимон! Заходи! Сейчас дежурному скажу! Литру свою поставь, как полагается! Орет он! Ванны принимаем. Ну, типа. А чё? А надо бы холодный душ. Вчера-то, видимо, перебрали, раз в полицию бузить поехали. Да я трезвый был. Это ребята. Маленько, да. К нам баба какая-то подвалила. Говорит, плясать у моря каждый может, а у ментовки слабо. Ой, извините, у полиции. Короче, парни-то под мухой были, а она им слабо. Ребята далеко отсыпаются? Придется их разбудить. Провел ночь с Мариной Орлинской. Провела ночь с Федором Капустиным. Прям как в ЗАГСе. Тетя Марина! О! Тетя Марина, я платье принес. Спасибо, Павлик. Один орет в окно, другой с платьем лезет. Не отделение, цирк. Отделение с человеческим лицом. А платье-то зачем? Моть, Мотич! А? Я танцоров на джипах нашел и сюда привез. Они видели нашу поджигательницу в платье.
Ну, нашел и молодец. Сейчас проведем опознание. Тетя Марин, а платье на тебе тоже ничего. Спасибо, Павлик. Смотрим внимательнее. Вы кого-нибудь узнаете? Вот это вроде ничего так. Без шляпки-то мне лучше. Уважаемый, а ты ничего не попутал? Здесь следственные действия, а не смотрины. Ну вот это по одежде. Похоже, а лицо нет. Нет, совсем не это. Нас другая сблатовала. Точно не она, только одежда. Понятно. Все свободны. Нет. Слава богу. Так, Орлинскую отпускай с извинениями. И давай быстренько ищи мне ту вторую, в такой же одежде. Понял. Марин! Ты же понимаешь, что все это ничего не значит? Да, конечно, конечно. О чем ты говоришь? Я же так, чисто по-дружески. Здравствуйте. Добрый день. Все равно спасибо тебе, спас меня. Могу для тебя тоже что-нибудь сделать? Да ты что? Не то, что ты подумал. Я говорю... Здравствуйте. Да, здрасте. Тоже чисто по-дружески. Ну, как неудобно даже просить тебя о чем-то. Слушай, Марин, а приходи сегодня ко мне вечером. Да нет, соседкам пыль в глаза пустить, а то носят еду под дверь, надоели. Скажи лучше девок распугать, это я завсегда с удовольствием. Вечерком завтра зайду. Жду. Давай. Не обмани. Давай. Еще раз спасибо. Еще раз не за что. Товарищ дежурный, ну пожалуйста, очень вас прошу. Не положено. Не топчи мне тут, я тут уже заметала. Жалко вам. Бунакова, не лезь на амбразуру. Ты видишь, что у нас здесь творится, а ты тут со своими плюшками. Ну, Вадику надо. Он пожар перенес. КПЗ пожара не было. Глеб, ты же меня вчера видел? Можешь описать, как я выглядела? Ну, на лицо. Ну, лица-то я твоего и не видел. Мне фары в глаза светили. Ну, ты меня узнал? Это тетка. Фигура, волосы, рост твои. А главное, платье. Так только ты ходишь. Марина Николаевна, может, вы Вадику плюшки передадите? Бунакова, твой Вадик обормот. Постоянно влетает на 15 суток. Его уже из дому надо выселить и сюда к нам в ОВД прописать. А ты ему все плюшки носишь. Нашла бы себе нормального мужика уже. И никто, кроме Вадика, не нужен. Ой, вы сами-то попробуйте. Да не, ну я... Ну, если только чуть-чуть. Вообще, я не завтракала. С удовольствием. Спасибо. Ладно. Спасибо. Плюшка, вам. Не кроши, тут уж заметено. Ой, тетя Валь. Подожди, тетя Валь. Что? Заметено. Так. Вань? А! Спорт высоких достижений? Еще какой? Вань? Ой, чего ты мне этим нос тычешь? Слушай, ты этим, это прекрасный локон. Смотри, как подстрижен аккуратно. Кстати, цвет похож на мой. О, похож. А я тут при чем? Ты при всем. Ты обойдешь все парикмахерские, узнаешь, заказывал ли кто-нибудь такой чудесный локон. Не понимаешь, объясняю. Вчерашняя как бы я, она не стала покупать парик или не нашла нужного. Она взяла вот такие вот локоны и приделала их к шляпе. Понимаешь? Да. Локон у нас есть, дело за малым, надо взять след. Ох, понял вас, Марина Николаевна. Да, малыш? Да, засада кончилась, теперь вот погоня. Да, мне кажется, вообще все скоро тут рухнет без меня. Все, давай, малыш, не могу говорить. Наберу тебя после погони. Пустовато на складе. Все уже вынесли. Даже статуя. Знал, о чем я хожу. Даже оттенок волос. Пап, боюсь спросить, вы случайно мою двойняшку в роддоме не забыли? Почему забыли? Нарочно оставили. Куда нам две таких? Так, шкаф отодвинут. Пожарные, видно, потрудились. Не пожарные. Свежачок. Недавно прорыли. Интересно, куда он ведет?
Под нами целый район. Тоннелями изрыт. Великую Отечественную. Да знаю ее, пап. Мы вместо школы частенько по катакомбам шкандыбухали. Мало я тебя порол. Лучше бы иногда хоть порол. Орлинский! Орлинский, это что такое? Вы куда? Олег Олегович, тут мыши лаз прорыли. Мы хотим проверить глубину поражения. Скоро вернемся. Я к вам еще через недельку на укладку приду. Премьера же у нас, вы слышали? Шекспир все-таки не хухры-мухры. У меня там девочки так танцуют. Ой. Не наша. Но все-таки салон мы таким не торгуем. Да и давно уже не было хороших обрезков. Молодой человек, а сходите в парикмахерскую напротив рынка. Там Алиса наша СДК недавно свою косу оставила. У нее такие хорошие волосы были. Ой. Вот такие? Что вы, она блондинка. Понятно. Вы что, блондинок не любите? Я всех люблю. До свидания. Один выход нашелся. Есть еще другой. Он ведет прямо на Вишенку. Почти к Ларочкиному дому. Куда пойдем? Вы гляньте на этого знатока подземных ходов. Выход на Вишенку уже завалило лет 20 назад. На радость нам, на горе Павлику. Павлик в курсе, что в городе катакомбы есть? Лучше его об этом не спрашивать. Ого, сколько здесь следов. Прям вавилонское столпотворение. Дочка, не топчи. Это же не женские, да? Похоже, мужские. Мужчина не маленький, тяжелый, в кроссовках. Ага. А вот там женские. Свиданка у него здесь образовалась. Девушка шла со стороны дороги. И туфли, кстати, у нее похожи на мои. Каблук такой же широкий и низкий. Паренек немножко похудел, смотри. Угу. Тут он нес что-то очень тяжелое, но вряд ли это деньги из сейфа. Поставил тут, потом опять понес к воде. Да, сел в лодку и плыл один с грузом. Лодка, а я лодку ночью слышала. Так, а куда эта моя двойняшка направилась? А тут женщина стала тяжелее, но не очень. А, общаком придавила. Не исключено. Так, ага, получается, что он по тайному ходу пришел туда и ждал его возле склада. Сам он снизу отодвинуть шкаф не смог, правильно? Снаружи. Она проникла в отделение, вскрыла сейф, забрала общак, отодвинула шкаф и передала деньги своим кабальерам. Потом подожгла склад и прибежала сюда. А поджигать-то ей зачем? Ну как, чтобы создать суматоху, чтобы самой в спешке незаметно выбежать. И чтобы лаз катакомбы не сразу обнаружили. Теперь у них вон какая фора. Пойди догони. О, что и требовалось доказать. Я так понимаю, это особняк визиря. Ага, с тыла. Не выдержал визирь, устал ждать. Послал гонца за общаком. Ну, где вас носит? Вон Ванька себе уже бабу нашел. Не себе, а нам. Вот она, зараза. Девчонки из парикмахерской у рынка помогли. А Люденька даже уже по базе пробила. Люденька? Тоже мне бином Ньютона. По базе пробила. Наталья Кострова. Привлекалась за мошенничество и кражу со взломом, отделалась условным. Она, между прочим, была любовницей визиря. Точно. Угу. Все так совпадает, аж неинтересно. К ней поедешь? Слушайте, а где статуя? Какая? Венерическая. Ну, в смысле, Венера наша. Я-то думал, что ее вынесли. Ну да. А ее там нет. Может, дотла сгорела? Вань, гипс не горит. Не понял. Венера пропала? Так по ней же суд через два дня. Что мы этим гаврикам скажем? Протасова с Василенко. Я еще и в дело-то не въехал. Так, Вань, ты протокол составлял? Тебе искать. Одну бабу нашел, найдешь и другую. Пап, овальный след на берегу. Венера
Основание статуи, может быть. Ну, очень оригинально. Обчистить сейф, а заодно статую прихватить. Ну, чтобы не налегке идти. Я не понял, как, какие вы следы нашли? Следы, следы. Из тоннеля к дому визиря. Шикарно. Я сейчас ордер добуду и к нему. Я эту свору пересажаю. Уже давно руки чешутся. Конечно, знаю. Если весь Лиманск знает. И про пожар, и про то, что денежки тю-тю. Но это не я и не мои. Наталья Кострова не ваша. Давно уже. И ночью она сюда не приходила через заднюю калитку. Я Наташку не видел уже несколько месяцев. Тут сейф. Ну, не видели, значит, не видели. А мы вокруг осмотримся. Угу. Держи. Не густо. С огорода живу. Тут следов нет. А тут-то есть? Дошла до калитки и улетела. Не, уплыла. Смотри, как получается. Она шла по краешку лестницы. Вот тут вот. Угу. Оступилась. Наследила у катакомб. У задней калитки наследила. Привела нас к визирю и стала прятать следы. Пойду понимательнее посмотрю. Компаньон ее ждал на лодке. Так, я адвокат Виктора Зырянова. Принесла нелегкая. Этого я пригласил. Парни, пропустите. Есть. Какое право вы имели без меня начать обыск? Да-да-да, пишите, пишите жалобу на Дмитрий Сергеевич. Мне не привыкать. Давайте, ну. А я напишу. Должен сказать, что действия полиции Лиманска не укладываются ни в какие процессуальные рамки. Народ! Держи, что там такое? Юр, ты единственный водитель визиря? Да. Ну и где ты вчера ездил? На мойке вчера был, в мартышке. Потом к Ирке поехал. Спокойно. Есть. Лермонтова 10, квартира 20. Утром от нее сюда. После мойки багажник не открывал. На все вопросы ответил. Пока на все. Забирайте. Наташка не моя, но и не чужая. Найди, кто это сделал, или найду его я. Давай. Виктор, вы уже завтра будете на свободе. Итак, что мы имеем в полусухом остатке? Кострова принесла общак к дому визиря. Потом передумала и скрылась с крупной суммой денег. Визирь со своими людьми нашел Кострову и убил, так? Орлинская не согласна. Давай, накладывай. Зачем визирь оставил труп в своей машине? И спокойно стоял и ждал, пока мы его найдем? Я думаю, что он просто не знал, что лежит у него в багажнике. И вообще, я думаю, что Кострова не для визиря выкрала общак. А зачем она тогда пришла к нему домой? Не домой, а к дому. Чисто по-женски пришла, маленькая месть. Выкрасть общак и навести нас на визиря. Ага, маленькая месть, крупной суммой денег, да? За что мстила-то, а? За то, что визирь ее бросил, а чего непонятного? Слушайте, это все лирика. Что по существу? А по существу, я думаю, что у Костровой был сообщник. Довольно крупный мужчина, потому что он вынес на себе статую Венеры через катакомбы. Да, трассология показала, след на берегу идеально совпадает с размерами основания статуи. Угу. Найдем статую, найдем вероятный общак. Я думаю, что дела нужно объединять по-любому. Олег, объединяй Венеру, убийство и кражу общака.
Тетёха ты моя, хватит таскать, мне тут два дня загорать осталось. Без плюшек обойдусь. У тебя что, день за год? Ну, как ты столько времени и без вкусненького? Завтра перо принесу. Вадик, ты цел? Трассология обуви у тоннеля, у калитки Визиря полностью совпадает с обувью на Костровой. Значит, наша догадка подтвердилась. Стоп. Давай туда не пойдем. Закрой меня. То ты к нему бегаешь, то от него. Мама тоже знает? Нет, я и сам не знаю. Так, догадываюсь. Почему ты так боишься, что про твоего Мельника узнает? Я боюсь, что он про меня узнает. Он художник, а я баба-мент. Зачем ему такая? Ну вот, приехали. Работаю на своей стыдице. Ты на Ваньку посмотри. Для него это особый козырь для девиц. Ты тоже сравнил Ванька. Ванька мужик. А женщина, которая вечно на работе и винтит всяких там жуликов, нариков, кому такая нужна? Почему это? Минимум двоих твоя профессия устраивает. Да, я даже знаю кого. Тебя и Павлика. А еще Федю и Диму. Угу. А, ну понятно. Лиманские парни тебя уже теперь не устраивают, так? Ой, с лиманскими парнями я уже обожглась. С одним. Пап, мне хватило. Малыш, эта ночь была вулкан. Это как плавать по лаве. Ваня, давай-ка про твою Венеру поговорим. О, я не могу о ней говорить. Это личное. Ухлин! Телефон сюда. Давай. Рассказывай мне про статую. Что там за терки вокруг нее? Кто такие Василенко с Протасовым? Есть. Петр Василенко. 55 лет, стоматолог, владелец частной клиники. Выкупил статую у города за копейки, поставил себя в огороде. Для понтов, наверное. Сергей Протасов. 30 лет, электромонтер. Спер статую Василенко, ставил себя в огороде, потому что считал, что город не имел права продавать Венеру. Скульптор не дарил ее городу официально, а просто выставил на набережной. Власти не возражали. Так. Ну, а Протасову-то какая печаль? Так он сын скульптора Альберта Протасова, который давным-давно уехал из Лиманска. А, и кто из этих двоих мог помогать Костровой? Протасов один раз уже украл статую Василенко, так? Угу. Мог ее и у нас утащить. К тому же он помоложе и покрепче. Ну, Василенко тоже не цветочек. Он зубы рвет. А Протасов их чуть не выбил, когда тот статую у него спер. Мы-то почему статую забрали? У них драка началась. Полицию вызвали. Так, у Протасова проведем обыск, ну а у Василенко проверим алиби. Мне б телефончик. О. Спасибо. Пап, можно я тебя оторву? От двух до трех с пятницы на субботу. А пораньше тебя, здрасте, оторвать нельзя? Можно. Кострова как раз убили в этот самый период. Или ты хотела спросить что-то другое? Может, я и хотела, только сейчас не вспомнить уже. Значит, с двух до трех часов ночи. Машина Визиря с 10 часов вечера стояла возле дома 6 на Лермонтовской. Водитель машины до утра был у своей любовницы Ирки. Получается, что труп Кострова ему подбросили машину. Кто и как? Машина-то на сигнализации. Я тебя умоляю. Знак Визиря на капоте машины лучше всякой сигнализации. Кто к нему в тачку сунется? Труп Кострова перемещали дважды, это точно. Почему ты так решил? Это видно потому, как застывали мышцы во время трупного окоченения. То есть ее убили, а потом положили куда-то. А потом до полного окоченения положили в багажник Визиря. Ну а кто у нас лучший эксперт? Кто у нас лучший сыскарь? Ну это понятно. Вопрос, кто у нас убийца? Из УВД похищена статуя Венеры.
Ну, конечно. Я так и знал, что он не успокоится. Судья-то ему ничего не светило. Я Венеру купил. Он только знает, что воровать. Петр Владленович, скажите, пожалуйста, что вы делали в пятницу вечером и далее всю ночь? Да здесь был на дежурстве. Мы же круглосуточно работаем. Женя вам подтвердит. Вы меня что, подозреваете? Смотрите здесь, пойдемте ко мне домой, ищите. Говорю вам, это Протасов. Это я понял. Скажите, сможете сейчас со мной проехать? Это не задержание. Нужно отпечатки обуви сдать и оформить подписку о невыезде. Что ли ждешь? Тебя. Какая честь. Скажи, а ты прошлой ночью не с Мариной был, так? Ты как адвокат интересуешься или просто так? Лично для себя? Как адвокат. И для себя лично. Просто если следствие установит, что ты приврал ради алиби, у Марины будут огромные неприятности. Слушай, Див, не надо путать протокольное с личным. И вообще это не у меня надо спрашивать, у Марины. Кстати, сегодня вечером он обещал ко мне зайти. У вас другие кроссовки есть? Все на мне. Хотите скульптуру в шкафу найти? Мы не только скульптуру ищем. Но если ничего не брал, то и волноваться не надо. Мы на участок. Класс. В гараже порядок навели, в доме. Может, заодно огород перекопаете, а то все никак руки не доходят. Не там вы ищете, у Василенко искать надо, он украл. Мы у него все проверим, и дом, и обувь. Сереж, это мама твоя? Да. И Венера одно лицо. Вы бы лучше в огороде копали, чем в моей семье. Ну, что это так? Я ж по-человечески с тобой. Мне теперь ясно, зачем ты забрал статую у Василенко. Не хотел, чтобы статуя с лицом твоей мамы стояла в саду у чужого мужика, да? Ну, забрал, а не украл. Память же о маме. И об отце. А при чем здесь отец? Плевать он на нас хотел. Умотал за бугор. И привет. А мать после этого моментально сгорела от рака. Очень любила его. А он? Он лепил. Тебя он тоже не любил, да? Да просто не замечал. Я же не муза. Он как свалил, я в гараже расколотил всю его лепнину. Венеру только оставил. На мать рука не поднялась. Здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Нормальное меню. И там еще. Нет, ну ты видишь, а? Если бы я все это ел, я бы в своей литре как раз первые три места занимал. Федя, господи, что за дрянь тут у тебя? Надеюсь, ты это не ешь? Оно же по жаре все порченное. Конечно, не ем. Заходи, заходи. Мариш, проходи. Не разувайся, не разувайся. Спасибо. Присаживайся. Ну,
Может, чайку попьем? Мне же нужно тут полчаса пробыть, не меньше, а то не поверишь, что у нас с тобой роман. Да, конечно, чайку попьем. Так, Марин, ну, чем тебя угостить? Ну, во-первых, мой фирменный маковый рулет по собственному ГОСТу. Печенье а-ля Федот. Конфетки очень вкусные, обязательно попробуй. Ну и самое главное, это брусничное варенье. Собственными руками варила. Ни у кого такого не получается. Угощайся. Я боюсь спросить, чай тоже собственного сбора? Пока нет, но все еще впереди. Он еще девчонки подкармливает. Только зря они это делают. Не нужно мне это. Ты тоже хорош. Козыряешь передо мной, хвост распушил. Думаешь, баба непутевая, пашет как вол. Готовить не умеет. Но правильно, нужен ей мужик в дом. Чтобы накормил и обогрел, да? Ну, Марин, зачем ты так? Просто интересно, какой тебе нужен. Вот эту бы тайну разгадать. Корсаков, что ли? А мне такой нужен, чтобы не показушничал. И не рассказывал другим мужикам, когда я к нему приду. Ты же ему просто подсказал, где я буду. Ну, голову надо иметь. Ну, Марин, извини, тупанул. Видела, во дворе сидит одна хорошенькая такая. Ты на нее обратил внимание? Ну, хорошо. Если тебе так будет лучше, пожалуйста. Радостин, тебе опять передачка. Пирог по ходу. От Бунаковой. Ой. Вот это она, любовь и есть. Мотаешься не весь где, а тебе вкусноты принесу. Угощайся. Мужику больше ничего не надо. Ни богатому, ни бедному. В чем-то ты прав, Радостин. Хорошая у тебя фамилия. Для КПЗ. Бунукова она тоже пошла бы. Фамилия твоя. У меня, кроме этой фамилии, плюсов никаких. Зачем ей такой муж? Угощайтесь. Свистать всех вниз. О, я боюсь спросить, у нас деревья кончились? Так, Ася, в чем дело? Она мне песок засыпала в утяжелители для тренировок. Павлику чуть ноги не вырвала. Это же тренировка! Знаменитый атлет Варсонофьев погиб именно из-за лишнего утяжеления. Кто-кто? Слезай, тебе говорят. Не. Ася! Ну-ка, быстро за мной в комнату. У меня так не получается. Я не хотела, чтобы ему ноги вырвало. А я знаю. Давай, Аська, ложится спать. А мама скоро вернется. Ты потерпи немножко, ладно? Угу. Давай, малыш. Давай. Совпало. У Василенко и Протасова один размер. Только следы у Данеля от другой обуви. Обувь надо искать. Ищу.